Так. 15 сентября 2021 год, Харьков. 20:46 по Киеву, Харькове. Луна. Сообщаю для непосвященных. Опять не идеальная видимость, но мы многого не просим. Вот на эту линию терминатора. Немножечко посмотрим. На Юпитер, на Сатурн. Ой, а это же, небось, наш замечательный кратер Платон. Сейчас, одну секунду. Он. Кругленький, маленький, аккуратненький, 100-километровый. Я его распознаю по вот этому пловцу, который в Мертвом море торчит чуть пониже. Пузиком и ручками, с коленками, с ножками. Морей на Луне много, все они мертвые. Так, хорошо. Ух ты, а сейчас мне вот здесь просто лицо видится. Вообще, как на картине. Вот это да! А ну сейчас. Ты представляешь, игра света и тени. Ну вот это уже натурально тесты Роршаха. Ну, наверное, не. Вы не увидите того, что вижу я. Как будто анфас чей-то, полуоткрытый рот. Сейчас он смещается к правому краю экрана, как в принципе все здесь смещается к правому краю экрана. Ну вот уже левый глаз его сейчас будет касаться экрана. Плечо вижу, подбородок вижу. Очень классно. Иметь такую бурную фантазию, как у меня. Так, ладно. Фантазия-то хороша, но пошли посмотрим. На Сатурн. Вуаля. Так, сейчас.
Так, ничего не трогаю, ветер немножко шатает аппаратуру. 1 миллиард 300. И вот тут я запнусь. Семьдесят восемь, что ли, миллионов километров. Ну, не принципиально. Все равно, я думаю, туда никто не собирается. По крайней мере, в среду. Или даже завтра, в четверг. Поэтому пойдем посмотрим на Юпитер. И перейдем с ISO-400, которая нынче, сейчас... на более высокие показатели. Так. До Юпитера 615 миллионов километров, если я не ошибаюсь. Идет справа. Первый Галилеев спутник — это Ганимед. Вот он сейчас один на экране. Потом идет спутник Ио. Вот он скоро спрячется за Юпитером. Потом идет слева от Юпитера Европа и замкнет шествие Каллисто. Вот Европа появилась. Где Каллисто? Где Каллисто? Вот Каллисто. Так, уменьшаю выдержку, сейчас посмотрю. Что у нас там с полосочками на Юпитере? О! Вижу полосочку. Не понимаю, вроде все активно, стабилизацию включал, как-то сильно дрожит. Надо будет настройки пересмотреть. Ну хорошо. Закончим на Луне традиционно, чтобы было что-то большое, красивое в кадре. Особенно если автоматика уже обрезала мой снова чрезвычайно длинные дуги. Красотулька. И кратер такой приметный в кадре на линии терминатора. Вообще отлично. Так. 20:54 по Киеву, Харькове. 15 сентября 2021 года. Переходим на максимальный ISO.